Привет, народ, и мы продолжаем. Так, звучить огнетушитель. I noticed the extinguisher earlier. Doesn't match the decor. I suppose that the railway company had to comply with safety regulations at the cost of aesthetics. Да, уже компании пришлось поставить огнетушитель, хоть он и не соответствует. It'd be useless against the fire out there, and it's too cumbersome to carry around. At best, I can use it here. Да, против огня он бесполезен, но... Давайте замотаем его в тряпку. А в лучшем случае его можно использовать здесь. А, огнетушителем сломать ножку стула, точно. Поможет, нам же нужен факел. All right, let's go. А, все. Ты сказал таким героическим голосом, давай, все, поехали. It's taking too long. Time is running. Слишком долго будет разгораться, ладно. Поможем? Вот тебе палочка. Ну все, теперь точно сработает. Вот. I'm the god of fire. Я бог огня. Так и есть. Все, теперь вот это точно не потухнет. Ну давай, меню убирайся. То есть инвентарь убирайся. Все, воссоединяем его. Теперь он сам даже. That's better now. О, теперь лучше. A lever on a pressure sleeve running along a thread. Рычаг на рукаве давления идет через прицеп. Aha. I can uncouple it with this lever. А, я могу соединить их вот этим рычагом. Okay. Хорошо, теперь надо приподнять. There we go. А, вот. Time to get out of here. Время выбираться. Listen, everybody. Всем слушать. Слушать. Роберт, какая ситуация? Не смог найти инженера, так что я прошел к родителю сам и освободил тормоз. Хорошо, правильно. Вы оба. Всем послушать. Мэтью, где мой сын? Расслабьтесь, мадам, я уверен. Вон. Мэти, нет. Давай, констебль. Будь героем. Или сейчас, или никогда. Вот это что было. Что-то он без сознания, что ли? Лег на поезд без сознания. Это плохо. Очень-очень плохо. А если поезд упадет в обрыв? Это вряд ли, конечно. А, хорошо, нажать на Space, если что. Мэти, ты где? Может, мы и встретим ворона здесь. Ладно, хотя бы светло. Что-то колено поранил. Идем в следующий вагон. Мэти. А, вот наш он. Вот он. What on earth are you doing? О, что ты вообще тут делаешь? Thinking? О чем ты думал? Плохо. Ну, давай, выбирайся. Ушел? Кто? Мужчина. Что он делает на поезде? Что ты делаешь на поезде? Почему ты не ждал в туннеле с остальными пассажирами? Я хотел взять пистолет. Твой пистолет? Тут столько копов, полиции, взрывов, что... А, имеет смысл. Что за мужчина? Был мужчина. Он кашлял. Один из пассажиров? Нет. Я думал, он с крыши спустился. Хорошо. Вначале я остановлю поезд, и потом поболтаем, хорошо? Хочешь выбраться? Хорошо, идея. Будь внимательным. Кстати говоря, может, он не запер купе? То, что надо, изучим его. Сумки нет, ничего нет.
стакан жима. Не такая плохая ситуация. О, изучить шкафчик. Свет в зеркало. What have you got yourself into? Couldn't you have just let it be? Что ты сделал? Нет, конечно, нет. И теперь ты здесь, на неконтролируемом поезде в Альпах, ответственный за жизнь ребенка, который пропал без тебя. А чего ты ждешь? Пора спасти всех. Включить кран. По-моему, там же не пузы. Вода еще идет. Просто, ну ладно. Так интересно, а баронесса выбралась? Давайте проверим ее вагон. Спешить-то некуда, это квест. Здесь любая спешка здесь, это всего лишь фикция. На самом деле, у нас сколько угодно времени. Не могу зайти. Думаю, багаж баронессы упал и заблокировал дверь. Ну ладно, так и, наверное, есть. Кажется, или поезд едет? О, моя книга упала со стола во время взрыва. Возьму с собой. Ну да, чего? Эта дверь ведет, будет неудобно, думаю, что огонь не совсем за дверью. Да, я думаю, там есть безопасность. Нужно остановить поезд как так можно быстрее. Черт, я знаю, что делать, там есть стоп-кран. Так, разворачивайся. Я знаю, я видел стоп-кран. Черт возьми, ну ты можешь развернуть? Ну развернись, ну пожалуйста. Стоп-кран. Работает, нет? По-моему, нет. О, это все намного сложнее. Как можно остановить поезд? The emergency brake either was damaged in the explosion or was sabotaged, but whatever, it's not working. Он либо саботирован. Надо пытаться остановить мотор. Вообще, как я могу еще остановить поезд? Да другого выхода нет, просто возьми, открой. Если тормоза не работает, то я должен попробовать что-то другое. Все, пошло, горячо. Может, с книжкой откроем, нет? Нужно типа тряпочки или... Он все здесь застревает, ребята, увидите сами. Ну давай, выходи. Хорошо, поищем что-нибудь. Здесь какие-нибудь объекты. Взять топор, сесть за окном, посмотрим за окна, что там происходит. Из-за дыма ничего не видно. Я не знаю, сколько там угля горит, но там тут тонны. С огнем ничего не сделаешь. Возьмем топор. Я, кстати, даже не знаю, что есть топор. Это читерский фобил. О, топор для экстренной ситуации. Если это не ситуация, я не знаю, зачем его использовать. Да, это экстренная ситуация. Рубим дверь. Рубись, рыбка. Хорошо, сделаем это по-плохому. Черт. Works as a wedge to keep the door closed. The smoke isn't just toxic; it also contains coal particles and flying sparks. Огонь gets into my lungs or eyes, I'll be out of action. Да, значит, мы не пройдем тут. Он аж топором двери запер. Хорошо, идем вперед.
Jumping off is not an option. We're going much too fast. Спрыгнуть это не вариант, мы слишком быстро идем. Здесь что, нет объектов, которые можно потрогать? Выйти наружу точно нельзя? Все мнется и мнется. Ну давай. Это баг что ли, что он мнется и пройти не может? Как мини-действие. Я даже в меню, кстати, выйти не могу. В курсе? Прикольно, да. Вот. Да, мне в комментариях написали, это инди-игра, хорошо, я поэтому не буду жаловаться. Бывает. Парень, видите, он застрял, он банально застрял. Я не могу в меню выйти, ничего сделать. Абсолютно.